Пиши в личку ВКонтакте, недорого. Отвечаю. А, от души, братан. Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это потерянный эпизод Ниндзяго. 3 месяца назад я уже находил потерянный эпизод. Этот новый, еще даже не вышедший. Этот потерянный эпизод мне прислал сын режиссера Цао. Этот потерянный эпизод выйдет ночь на Хэллоуин и будет показываться на всех каналах мира. Это до жути напугает людей. Язык мне непонятен, но картинка и сюжет очень криповые. Серия началась странно под названием «Золотое оружие». Я подумал, что это розыгрыш, ведь такая серия уже была. Серия началась и шла как обычная. Мне даже было скучно смотреть. Но до определенного момента, когда они пошли по золотое оружие, картинка сильно изменилась. Все стало насколько криповое, что мои глаза начали болеть. Они попали скелетом. Скелеты изменились. Они были в крови. Как будто им только что оторвали кожу, мясо и оставили только кости. Все было очень реалистичное. Ниндзяго начали с ними драться. Красный ниндзя вел себя эгоистично всю серию. Остальных ниндзя это бесило. К счастью, они победили этих скелетов. Но за ними был дракон. Все очень испугались. И тут мультик как будто подменили. Страшная картинка, жуткая музыка. Все выводило меня из себя. Дракон начал дышать огнем. У всех ниндзя были страшные ожоги, после которых они бы уже были мертвы. Красный ниндзя достал золотое оружие. Он хотел ним отбиться. Синий ниндзя сказал, что не нужно его трогать. Но красный ниндзя его не слушал. И синий сказал: ты уже нам надоел. Это из-за тебя мы здесь. Он достал потайной нож и проткнул им красного ниндзя. Они оставили его там умирать. Красный ниндзя остался как приманка для дракона, пока все остальные ниндзя убегали. Но это был не конец. Когда ниндзя выбрались, там их ждал сенсей. Он спросил, где красный ниндзя. Синий все рассказал. И сенсей начал кричать. Но синий ниндзя вытянул тот же нож и убил сенсея. Все ниндзя поддержали его и просто ушли. Это был конец. Мультик никогда не станет прежним. На этом все. Стал бы Сергионис, поставил к тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. Они будут в шоке и не смогут спать ночью. Поверь в это. Или они будут бомбить. Второе точно. И помни, это всего лишь мое воображение.